Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сегодня я расскажу вам сказку, да не простую, а бытовую. В некотором царстве, в российском государстве, на небольшом хуторе жили-были Коля Николай, Наталья Краса, Яврик Пустобрёх, Ники, любитель кур, пчелки, острые иголки, Петя Петушок, золотой гребешок, Квочки, Петькины дочки, и лошадка, что привязана на стройплощадке. Жили они, поживали, да добра наживали. Жили они дружно, жили, не тужили. А о том, как они жили, вы можете узнать, посмотрев наш канал. Мы на хуторе живем. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот и сказочки конец. Пока-пока. Сегодня с утра мы опять собираем урожай, но уже лук. Сложили свой урожайчик. Вот теперь у нас лук есть, чеснок есть. Вот он. Сорокозубочка тут, это будем кушать. Ну все. Огурцы у нас. Красота. Вот какой. Сорт какой, да? Вот какой огурчик. Вот этот сорт мы посадили. Ну, не запомнила название, не сохранила я бумажку. Почему-то. Смотрите, в каждом прям, как он там, на каждой веточке, в каждом пазухе, или как называется, огурцы. И вот тоже. Солнышко плохо видно. Вот они. Прям огурчиков очень много. И пустоцвета мало. Хороший сорт. Черешня уже все, отошла. Уже нет ее черешни. Некоторые там ягодки так поштучно еще можно что-то покушать. Но уже все. Малины немного есть, но мы только ее разводим еще. Это ремонтадная малина, она тоже до заморозков будет. Вот она какая красавица. Ура! Подняли мы с Колей вдвоем вот этот кусок поликарбоната. Ну, подняли сами. Начали уже прикручивать. Вот уже у нас в таком процессе. Вот оборвали пленку. И конечный результат. Все ровненько, хорошо. Тут еще приберемся. И вот тут потом поставим бассейн. И будем делать заплывы. На этом закончу видео сегодня. Всем пока. Всего доброго вам. Хорошего, светлого. До новых встреч!